Папа, давай, Артём. Всем привет! Вы на канале Диана Китти Пэт. Сегодня я буду снимать. Я опять играю с сэром Артёмом. Да, и вот, я сегодня не знаю, что буду делать, конечно, но посмотрим, что сегодня будет. Секундочку, хорошо, секундочку. Угу. Вот, пока что Артём, простите, он сейчас замедлился. Это Артём, если кто знал. Да, пока что тут, конечно, немножечко это... Ну все, в принципе, я вернулся. Вот, все, я здесь. Теперь, привет. Так, теперь мы что-то будем делать, непонятно смотри что. На меня, смотри на меня. Блин, ты невидимый. Я видимый. А что ты? А, ты на творческом, да, нет, как я поняла? Нет. А почему? А я на выживании, да? Да, я тоже на выживании. Ты мне можешь бить. Так, тихо, мне нужно это немножко накопить. Так, и... Хотела это? Или что это? Да. Тихо ты. Так, а это что? Я здесь, если что. Ты что, меня не видишь? Так, и сейчас я что-то буду... Так, сейчас мы что-нибудь попробуем сделать. Так, что будем... Ой! Ой, блин. Чё? Да блин, что-то здесь это, я не могла вылезти, прости. Всё. Зачем? На секундочку. Хорошо. Да! Ну не течёт! Так, сейчас мы... Ой, да, всё. Ну что ж, и что мы будем сейчас делать? Артём, мне пока что на стоп может поставить? Не, нормально. Блин, зачем ты невидимый? Артём, зачем ты невидимка застановишься? Потому что... Ты тебя убиваю? Ты забыла? Ты забыла? Что? Ты забыла, чем мы будем? Ой, ты меня бьёт! Пожалуйста, ребят, вы как думаете? Ай! Это кто это? Артём, это кто это? Тут зомби меня кто-то убил. Хорошо, Артём, если он тебя бьет, тогда я с тобой его буду бить. Мне надо воду заходить, меня кто-то бьет, какая-то невидимка. Вы что, реально? Это кто это еще? Вот тут крипер. Так, ой, крипер, чуть меня не взорвал. Там зомби этот, житель. Ой, надо в воду заходить. Ой, там кто-то с мечом. Это кто? Это невидимка, как я поняла. Блин, ребят, мы нашли невидимку, как я поняла. Так, давайте же от невидимки спрячемся. Мне очень страшно. Реально. Ребят, что нам делать? Ой, это что это сейчас было? Ой, ой, это еще кто такой? Артём, пожалуйста. Ой, я нечаянно на выйти нажал. Простите, ребят. Простите всем. Ты же поставила стоп-запись? Да. Что? Ну все. Мам. Я не знаю, мам, где он. Видишь, Артём, все видишь? А я откуда знаю, где он. Видишь? Ну, теперь мы... Блин, мы умерли, так, дальше что? А ты не знаешь, где я? Знаю, ты возле меня сейчас был. Теперь ты здесь. Так, теперь ты где? Вот ты где! Ты... Артём, почему? Это, а ты где? Расскажи, пожалуйста. Тихо. Блин, а ты где? Скажи мне. А? Ты где? Я чуть-чуть далеко. Тогда к тебе пойду. Ты где там? Куда я иду? Я ты меня видишь? Я вниз на пляж сейчас приду. Чё, правда? Ладно. Блин, мне страшно, ребят. И что нам? И что мы теперь будем? Да, как я немножко нубас, поэтому я не знаю, что может произойти. Что это такое в песке? Меня кто-то убил, Артём, ты понимаешь? Ой, там кто-то был, по-моему. Артём, ты на творческом? Нет. Меня кто-то... Артём, ты помоги мне, пожалуйста. Ты сейчас снимаешь, да? Не знаю, там кто-то какой-то невидимка, вижу. Прям своими глазами. Это еще кто поставил? Не страшно. Ребят, не страшно. Ребят, быстрее в воду опускаемся. Ух, все. Ой, тут везде огонь. Артём, ты не представляешь. Тут везде, Артём. У меня тут огонь. У меня тут все, Артём. Ты не представляешь, Артём.
они гаснут. Ой, кто-то с мечом сейчас был. Я его хочу убить. Никак не могу его убить. Ты понимаешь, Артём? Поэтому я лучше сгорю немножечко. Подгорю немножечко. Потом так. Это каждый... Блин, что мне делать? Сейчас я вернусь, хорошо? Сейчас я вернусь. Блин. Где он? Пожалуйста, ничего не надо. Ребят, мне немножко страшно. Ой, надо мне быстрее. Ребят. Ой, кажется, кто-то рядом со мной был. Почему? Как? Огонь погас. Не надо огонь. Мне он немножко понравился. Ну хотя, зачем мне? Артём, ты вот он где. Артём. Эй, Артём. Ну, я сейчас на творчестве. Блин, почему? Мы же договорились, ну что ты там накопил пока что? Нормально. Ну что ты накопил, скажи? Много. Ребят, здесь кто-то был. Можешь сказать сэру Артёму, вы как думаете? Ну я, конечно, уже сказала, но... Ну, конечно, простите за такой скин, как я вам сразу говорю. Пожалуйста, сэр Артём, ты сзади меня, я знаю. И... Артём, ты что хочешь со мной сделать? Вот, короче. Артём, ты что делаешь? Ты рыбу ловишь? А дашь мне эту рыбочку? Ребят, всё. Ой, у меня стрелы. Прикольно. Так, с ней осталось только лук забрать, и всё. Там где-то этот скелетон. Артём, ты где? Я где-то. Артём, ребят, ну что делать, пожалуйста? Ну, скажите мне, пожалуйста. Присесть осталось, и всё. А меня никогда в жизни здесь не узнает. Ребят, у меня ничего нету. И ребят, что мне делать? Ребят, он где-то рядом. Артём, мне немножко страшно. Я за дерево спрячусь. Так, быстрее бежим отсюда искать Артёма. Блин, что надо делать? Блин, а что мы будем делать? Он что, сейчас перевоплотится, наверное? Он рядом со мной. Там кто-то с мечом бегает. Блин. Немножко... Я забываю деревья. Блин, дашь мне потом? Ты не представляешь, что у меня здесь было. Кто-то рядом со мной. Пожалуйста, человек, если ты меня слышишь, не бей меня, пожалуйста. Я тебя умоляю, человек. Артём, ты не понимаешь, там кто-то меня бил. Я сейчас стараюсь что-то делать, и теперь я хочу это. Убийца цера, Артём? Нет, это не я. Артём, ну тут написано стрела. Это не я, я тебе говорю. Нет, там, это ты. Я поняла, ребят, это он. Ребят, он что, меня троллил, как я поняла? Он меня троллил. Артём, выйди, значит. Ну, выйди ко мне, к острову этому. Пожалуйста, только не бей меня. Хорошо, Артём? Возле меня огонь. Ой. Придется мне в дырку идти, потому что рядом со мной огонь. Ай, нет. Артём, ну перестань. Я знаю, что это ты. Вот. Лидиана Китти Пэт была убита. Кем? Сэр Артёма. Это не я. Ну, блин, Артём, это ты. Либо я просто сейчас уйду куда-то в одно местечко. Хорошо. Ребят, мы, короче, уплывем от этого монстра. Может, перестанешь? Блин, ребят, мне немножко страшно. Может, мне спрятаться? Видите, там кто-то рядом. Я не могу его бить. Он на творческом, ребят. Ой, он ушел. Он без меча. Или он просто... Так, пожалуйста, ребят, идем туда. Сэр Артём где-то рядом. Я знаю, он хочет меня убить, ребят. Поэтому давайте копать. Блин, наверное, нас слишком быстро найдет, поэтому, ребят, что мне делать, ребят? Немножко страшно. Это ты меня убиваешь, я знаю. Все, присядь и все. Нет. Я же тебе говорю, это ты меня убивал. Да нет, тебе показалось. Не показалось, это реальность. Там зомби был, тебе показалось. Нет, это нет.
Нет, это ты. Все. Либо я ухожу из карты, либо еще что-то. Ты на меня я отпустил. Стрела. Это не я. Это ты. Это ты. Я вижу все. Ты яблочко шиешь, потому что ты не хочешь умереть. Это ты. Я знаю, что это ты. Я знаю прекрасно, что это ты. Я знаю прекрасно. Прекрасно. Да, сейчас просто... Нет, пожалуйста, не надо, ты дебил. Короче, ребят, вот здесь делаем. Ничего страшного. Я думаю, нет. И Артём, пожалуйста, не приплачайся ко мне, хорошо? А я так тебя вижу. Ребят. Я даже не целился. Прикольно, даже не целился. Вот так тебе, вот так, вот так тебе, вот так. Я сейчас руки замочу. Без яблочек, я без яблочек. А у тебя? Это не броня, у меня классная броня. А ты мне ее не дал, потому что ты непослушный мальчик. Ладно, я тебе знаешь что? Я даже без брони тебя сражусь. Подожди, я еще не снял. Нет, я знаю, что это ты. Я знаю прекрасно, что это ты. Я знаю прям прекрасно. А, ты не говоришь, что без яблочек. Ну вот именно, мне нужно сейчас напоследок съесть яблочко. Ты говорил то, что без ничего. Ну ладно, все, я без ничего. Блин, ребят, я понимаю, что это он. Я все знаю. Это он. Мы же договорились. Либо я просто с тобой не играю. Понимаешь? Все, наверное, заканчиваем, Артём. Наверное, мы заканчивать будем. Все. Артём, скажи мне что-то. Артём. Ну, ты скажешь сейчас правду. Ну, короче, правда, то, что я грешник. Ах ты! Это правда, ребята! Он говорит, что он врет! Он врал мне! Ох, он такой! Мне надо воду быстрее, быстрее, пока не сдохну. Так. Короче, ребят. Заканчиваем. Все, короче, ребят, мы узнали, что это он, и это правда, вы понимаете? Ой, я сейчас... Пока. Блин, Артём, ты нечестно, это нечестно. Сейчас, короче, он выйдет, да? Ты сейчас выйдешь? Только меня не убивай, тебя умоляю. Ты... Артём, ты дурак. Потому что я вообще играть не буду, значит. Я вообще-то прощаюсь с друзьями с моими. Такое, что я уже давно не там. Пофиг. Ой, я сейчас выйду, ребят, короче. Всем. Пока. Всем. Нет, ставьте лайки, если хотите продолжение. Короче, ребят, если кто слышит, я его тоже буду троллить. Вот и все. Это будет очень прикольно, он сейчас не узнал. И все, он вышел, вы понимаете? Вот, и, наверное, это... Вы были на канале Диана. Ой, Диана Китипэт. И всем пока-пока. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!